столице пассажир троллейбуса подрался с кондуктором. Видео случившегося было выложено в минувшие выходные в социальных сетях. На кадрах видно, как подвыпивший агрессивный мужчина попытался заблокировать дверь транспортного средства, а кондуктор намеревался его выгнать из салона. Завязалась драка. Инцидент произошел в троллейбусе 30-го маршрута. Пятый канал обратился в Генеральный инспекторат полиции и в Управление электротранспорта Кишинева, чтобы узнать подробности по этому инциденту. Пресс-секретарь столичной полиции Наталья Стати ответила нам, что инцидент произошел 11 июля. Тогда в полицию поступил звонок. Обратившийся рассказал, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения ведет себя неадекватно по отношению к пассажирам и кондуктору. Экипаж полиции выехал на место. Когда он прибыл туда, выяснилось, что в троллейбусе агрессивный нетрезвый мужчина начал драться с кондуктором, но его высадили из салона. Кондуктор подал заявление, в котором написал, что у него никому нет претензий, говорится в сообщении столичной полиции. От Управления электротранспорта Кишинева на момент подготовки материала мы так и не получили ответа. Напомним, что в прошлом месяце похожий инцидент произошел также в одном из столичных троллейбусов. Очевидцы сообщили, что кондуктор попросил пассажирку оплатить проезд или покинуть троллейбус. Однако женщина ответила оскорблениями и начала драку не только с кондуктором, но и с другой пассажиркой.